А в Армении выявлен первый случай заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. Заболевший 29-летний армянин, который прибыл с супругой из Тегерана. Пациент сам обратился в больницу с жалобой на высокую температуру. После взятия анализов тест-система подтвердила диагноз. Результат теста супруги заболевшего отрицательный. Премьер сообщил, что все контактировавшие с носителем COVID-19 изолированы. Властями предпринимаются все меры для предотвращения распространения опасного вируса. 24 февраля правительство страны закрыло сухопутную границу с Ираном, а также частично ограничило авиасообщение с Исламской Республикой. На данный момент изолированы 32 человека. Они помещены в Цахкадзорскую гостиницу. Симптомов коронавируса у мужчины практически нет, хотя в первый день у него была температура 38 градусов. До сегодняшнего дня в Армении проведено 117 тестов. И лишь в одном случае зарегистрирован положительный результат. Несмотря на выявленный случай коронавируса, армянские граждане продолжают въезжать в страну из Ирана через сухопутную границу. Министр образования страны для предупреждения распространения коронавируса на неделю отменены занятия в школах и вузах.